Южное шоссе начали приводить в порядок методом больших карт свыше 100 погонных метров. Обновление на средства дорожного нацпроекта предстоит выполнить на всем протяжении Южного шоссе. От дома номер 1 до Южного моста. Шоссе – один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры города. Его называют южными въездными воротами. Трафик на этом участке пути интенсивный, а потому работы выполняются преимущественно в ночное время и без перекрытия движения. Оно организуется по свободным полосам. Начата работа по фрезерованию старого изношенного асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования. Выполняются работы по фрезерованию и последующей укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона марки 16 на полимерно-битумном вяжущем. Фрезерование участка продлится месяц. Работы ведутся с максимальной скоростью. Вывозом асфальтобетонной крошки занимается более 10 единиц техники. Общая площадь выполнения работ превышает 92 тысячи квадратных метров. Протяженность участка 5 километров. После завершения фрезерования приступят к укладке асфальта. Для этого при условии благоприятной погоды понадобится еще около месяца из расчета, что за смену работами будут охватывать 5000 квадратов проезжей части. Будет использоваться новая асфальтобетонная смесь, которая на городских дорогах этой весной применяется впервые. Она более долговечная, покрытие прослужит дольше. Использование новых материалов и современных технологий – требования при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». После завершения укладки асфальтобетона на отдельных участках дороги будет установлено разделительное ограждение. Виктория Шаре, Константин Головин, Василий Колдашов. События.